играя в этой флайгард, вот этой ногой мы можем активно использовать нишин, если он нас прессует. Иногда случается, что он складывает нашу ногу, ложится на нее и начинает на нас давить. Очень важно, чтобы не терялся крючок на моей нижней ноге. Если я его потеряю, он сможет легко встать на ноги, отшагивать, обходить мой гард. Крючок на нижней ноге, колено к себе, я контролирую его ногу. Он лежит на моей ноге. Я все время пытаюсь развести свои колени чуть-чуть друг от друга, чтобы как бы он ни лежал на мне, как бы он ни давил сверху, я все время стараюсь ноги чуть-чуть развести. Своими руками я контролирую его руки. Этой рукой я держу его руку здесь, чтобы он не мог меня взять за голову. Мне нравится вот упираться кулаком ему в запястье, держа руку прямой. Можно использовать вот такой захват. Второй рукой я контролирую не его плечо, а его локоть, чтобы он не мог нормально упираться рукой в пол. Если я буду держать плечо, его рука легко упирается. Если я контролирую его локоть, упираться ему тяжело. Часто в таких ситуациях люди продолжают на вас давить, чтобы пройти гард. Этим мы пользуемся. Я чуть подразвожу ноги, снимаю крючок и начинаю шаг за шагом вытаскивать вот эту ногу. Раз, два. С каждым шагом я все сильнее развожу свои ноги. Раз, два. Поднимаю его в воздух. Я не пытаюсь вести ноги широко, я именно разворачиваюсь на другой бок. Поворачиваю его. У меня контроль в руке. Я разворачиваюсь на него. Мы играли баттерфляй гард, перешли в нишир. Он сложил наше колено. Я контролирую его руку, контролирую его локоть. Ставлю нижнюю ножку в пол, пытаюсь свои ножки развести и шаг за шагом, упираясь нижнюю ногу в пол, поворачиваюсь на другой бок. Раз, два, три, четыре. Поверну. Я контролирую его руку, не даю ему пойти на меня. Прижимаю ногу к животу, разворачиваюсь на него. Свинь. Складываю ноги. Я контролирую его локоть, контролирую руку, все время пытаюсь подразвести свои ноги, снимаю крючок, упираюсь нижней ногой в пол и шаг за шагом поворачиваюсь на другой бок. Рука к животу, разворачиваюсь на него. Это очень хорошо работает, когда он прям кидается на меня. То есть мы боролись, он кинулся, я вставил ногу. Контроль локтя, контроль руки. Шаг, шаг, шаг. Развернул. Контроль руки, повернулся. Мага может подтвердить, я один раз его так слепанул. Да.